Здравствуйте, друзья! Олимпийский стадион «Фиш» в Сочи у самого берега Черного моря принимает матч квалификации нового европейского турнира Лиги конференции, к которому, на мой взгляд, нужно относиться с уважением. Это просто вторая лига Лиги Европы. Расширяется представительство разных стран, появляются шансы у средней, будем так говорить, Европы, ну, в том числе и у российских команд этих шансов достаточно. Рубин из Сочи. Важная задача и важнейшее мерило. Хотелось бы, чтобы Сочи Владимира Федотова в этом сезоне сыграл в Лиге конференции. Для этого нужно пройти два раунда. В чемпионате выходил, ох, как мяч полетел. Непредсказуемо справа и, по-моему, зацепил крестовину, ну, скорее, с внешней стороны. Хороший пас, момент! И сам, не видя мяча, Александр Попович все же спасает. Цалагов с мячом, удар поворотом, очень неплохой, плотный. Ну, прямо по центру мяч летел. Но вот сейчас удалось мяч довести до центра штрафной. Нужно бить сходу. Выход 1-1. И не забивает Терехов. Можно было и первым касанием, и тем более уже убрав защитника. Сочинцы не останавливаются. Дуганджич уже врывается в штрафную. Вот выясняется, что в порядке. Этот футболист в штангу мяч попадает. И... как у Марковича тогда получилось, даже да, еще да, опаснее. Значительно опасней. Что очень редко мы это видим. А вот Терехов врывается в штрафную. Падение, пенальти. Разбег на бо. Удар верхний. Даже не угол, просто по центру изо всех сил пустил мяч. Эквадорец 1-0. Гол Сочи впереди. Проблемную, почти нерешаемую ситуацию. Ох, ой-ой-ой, ой-ой-ой, как же так? Все казалось банально. Двое их было в атаке, но Рикардо. Мяч нашел лазейку, снова Юсупов. Вот Терехов, удар поворотом, ближний угол. Кристиан Набо против стену и против Поповича, удар выше. Финальный свисток, ничья, с которой вряд ли можно Сочи поздравить, но которая может стать трамплином для выхода в следующий раунд. Что ожидали? Хороший организованный соперник, которые приехали, закрылись, поставили, как говорится, на контр-игру.
Но мы и здесь не позволили, контролировали ход поединка, в первом тайме не реализовав пару моментов и, скажем, подходов с фланга, не отдав своевременную точную передачу. В основном заменили, да, усилили игру, забили, как говорится, создали момент, забили логичный гол, но потеряли бдительность, и соперник, наверное, его моментов назвать нельзя. Мы были в позиции, залетело на дальнюю штангу, просто секундное, как говорится, замешательство позволили сопернику сравнять счет. Затем опять же владели полным преимуществом, создавали, выходили. Единственное, опять же, мы говорим о том, что не хватило, наверное, точности заключающей передачи. У нас справа были подходы из центральной зоны, и слева мы сделали уйму передач, но то нападающих не оказывалось на месте, то этим передачам не хватало точности. Такая ситуация. Мы сегодня хорошо, еще активная группа наших фанатов, да, провели на стадион, который организовали очень хорошую дошумовую поддержку. Но представить, когда мы разбирали матчи, готовились к игре, где трибуна забита до отказа, и мы знаем, насколько там серьезные болельщики в этом плане, да, и это шумовая поддержка, которая гонит команду вперед. Но она дорогого стоит. Это, всегда говорим, что это 12-й игрок. Только в этом у соперника будет преимущество. Но мы будем готовиться. Мы это пока, скажем, это все впереди. У нас нужно готовиться к домашнему матчу с Уралом.